В прошлом видео я рассказал о том, как из 100 рублей сделать 262 тысячи. И самый главный посыл этого видео был в том, что начальный капитал абсолютно не настолько важен, насколько важна доходность и количество оборотов. Вот что самое главное. И если вы не смотрели это видео, посмотрите, пожалуйста, его. Прямо сейчас вы увидите ссылочку вон там. Ну, а сейчас я хочу показать, как я обещал, как повысить доходность. Потому что очень многие говорят, что это все нереально и так далее. Способов повысить доходность очень много. Сейчас я покажу самый очевидный, самый простой способ, как повысить доходность, откуда берется вот эти вот 30% в день. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Ну, смотрите, пусть предположим, что я нашел какой-то актив, который принесет мне не 30% в день, а всего лишь 1%. И я могу туда вложить, в этот актив, любые деньги. Но, к сожалению, у меня сейчас только 100 рублей. Но зато у меня есть друг, у которого денег вот так. И он мне готов на каждый, дать мне в 10 раз больше, чем у меня есть. Смотрите, следите за моими руками. Я отдаю своему другу 100 рублей, и он мне дает 1000. Я вкладываю 1000 в этот актив и получаю всего 1% с этого актива после того, после оборота. И что такое 1%? 1% это 1000 рублей в результате и 10 рублей. После того, как я совершил этот оборот, я возвращаю своему другу 1000 рублей. И он мне возвращает мои 100. Ловкость руки, никакого мошенничества. У меня было 100 рублей, стало 110 рублей. Но эта возможность еще сохраняется. У меня 110 рублей, и я смотрю, я могу еще сделать один оборот. Я даю своему другу 110 рублей. Сколько он мне даст? 1100. Не так ли? В 10 раз больше. Я вкладываю 1100 в этот актив, получая 1% и получая уже 11 рублей на вложенные деньги. 11 рублей. И возвращаю 1100 своему другу, а он мне возвращает 110. У меня 121 рубль. А такая возможность еще сохраняется. Я даю ему 121 рубль, точно так же, как вы понимаете, и проворачиваете деньги, уже он мне дает 1210 рублей, проворачиваете деньги, в результате у меня после 3 оборотов 133 рубля. Видите? Ничего такого не произошло. Всего 1%. И, друг, самое главное, друг, какая из этого следует мораль? Для того, чтобы увеличить доходность, используйте то, что дают вам ваши друзья. Если у вас не хватает своих денег, используйте деньги других людей. Вот и все. Имейте таких друзей, у которых много денег, и которые могут вам помочь, в данном случае в 10 раз больше. Вы скажете, так не бывает? Еще как бывает. В следующем видео я вам расскажу, где взять такого друга. Я познакомлю вас с этим другом. Я расскажу вам, как можно оборачивать. В данном случае было 3 раза. Максимум, который я видел, это 200 раз за день. Человек обернул, но правда там, доходность была меньше. И все это реально, абсолютно. Ребята, все абсолютно реально. В следующий раз я вам расскажу, где можно обернуть деньги с такой скоростью, с бешеной, а вы видите, что все становится уже более-менее реально. Я думаю, что многие уже поняли, к чему я клоню. Во-первых, тем, кто не понял, смотрите мои видео дальше. Ссылочку на следующее видео вы сейчас увидите. И еще один момент может возникнуть. Вы можете сказать, что это немножечко аморально, потому что я использую деньги своего друга, я
его эксплуатируют. На самом деле это тоже не так, и об этом я тоже расскажу. Если вам это будет интересно, задайте этот вопрос, я расскажу о том, о моральной стороне этого дела. На самом деле там все не так просто. Ну, а сейчас задавайте вопросы, лайк, подписка и до встречи. С вами был Демятков Юрий. Посмотрим.